Агрсалем. С вами Казагронюс и Сумбат Бекжанова. Мы находимся у обновленного офиса компании Казагроэксперт. В апреле в Казахстане произошло много агрособытий. Основные из них вы увидите в нашем выпуске. В начале апреля мукомолы столкнулись с дефицитом зерна и ростом его стоимости в Казахстане. Стоимость пшеницы достигала 160 тысяч тенге за тонну. Наблюдается ее нехватка на отечественном рынке. Больше половины мельниц в Казахстане приостановили свою работу. Сейчас стоимость пшеницы выросла до 190 тысяч тенге за тонну. Они заявляют, что запасов пшеницы осталось всего на неделю-полторы. После этого все мельницы остановят работу на неопределенный срок. Мукомолы требуют от Министерства сельского хозяйства закрыть экспорт пшеницы из Казахстана и провести инвентаризацию запасов. Раньше цены на внутреннем рынке сдерживались за счет ввоза более дешевой российской пшеницы, которую использовали казахстанские мукомолы. Теперь, когда Россия полностью закрыла экспорт своего зерна, мельницы начали останавливаться. О дефиците зерна еще в марте 2022 года заявлял президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. Проект, реализуемый благодаря поддержке «Казахинвест», размещается на площади в 10 гектар. Планируется выпускать до 75 тысяч тонн растительного масла и 64 тысяч тонн шротов в год. Министерство вносит изменения и дополнения в правила субсидирования. Таким образом, меры поддержки будут охвачены все яичные фабрики страны, а их в нашей стране 63. Кресло вице-министра Минсельхоза занял Тамбек Абылхаир Галымович, ранее занимавший должность руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области. В Карагандинской области Сакаровском районе проходило областное сельхозсовещание. Компания «Казагроэксперт» приняла активное участие, где в ходе встречи аграрии Казахстана получили приглашение на посещение выставочной площадки сельхозтехники. Как вашу технику покупают у нас? Отлично, очень, да. В очень большом количестве, особенно здесь в Сакаровском, Абайский, Нурдинский район. Ну, цена хорошая на продукцию. Доступные цены, да. Выгодно. Хорошо, коллеги. Спасибо. Мы будем наших фермеров агитировать, чтобы обновляли технику. На совещании обсуждали подготовку к весенним полевым работам. Спикеры предоставили информацию по правильному подбору семенного материала и по получению субсидий. Также Казгидромет дал прогнозы на предстоящую посевную кампанию по температурному режиму. Команда «Казагроэксперт» посетила Кургалжинский район Акмолинской области, где прошло мероприятие «Агрокинез-2022» и предоставила информацию по наличию сельхозтехники, с которой аграрии могут ознакомиться в ходе посещения выставочной площадки. Жұмыстеміз мерзімі ғана уақытта егетімізді соны бәрін сондай сосын енді химикаттар жаңағы бағасы тоже өсіп кетті мынау еселеп өсіп кетті долларының өсуіне байланысты. 22 апреля в городе Кокшетау состоялось областное сельхозсовещание, где компания «Казагроэксперт» также приняла участие. Аким Акмолинской области и спикеры научно-производственного центра имени Бараева выступили с отчетами по подготовке к весенним полевым работам. Как проходят весенние полевые работы? Вот сейчас начали весенние полевые работы. Все хорошо, все по плану. Что вы делаете? Сейчас начали закрытие влаги, баранование. Выгнали все бороны, в принципе, вот так. Потом будет посев уже. В компании «Казагроэксперт» проходили ряд мероприятий. 9 апреля проходил семинар на тему «Актуальные вопросы сегодняшнего дня». 22 апреля на территории компании провели День открытых дверей для всех аграриев, где на выставочной площадке продемонстрировали имеющуюся сельхозтехнику. Аграрии могли лично посмотреть либо протестировать агрегаты. Также 23 апреля состоялся семинар, тема которого была «Повышаем урожай и снижаем затраты», на котором выступили спикеры таких компаний, как «Кредитное товарищество Есильского района Северо-Казахстанской области» и компания по развитию науки «Байдала». А если вы хотите приобрести технику в лизинг, то наша компания поможет вам оформить интересующее вас оборудование через «Казагрофинанс». Подробнее по номеру. А с вами была Сумбат Бекжанова, «Казагронюс» и компания «Казагроэксперт». Приобретайте выгодно, с лучшим сервисом и гарантией.